Всем большой привет, дорогие друзья! Я хочу собрать опять украшения. Прикупила я вот такие бусины. Это у меня цитрин. Цитрин размером где-то 4 или 5 миллиметров. Это такие кубики, они граненые. Мне очень понравились, несмотря на такой, ну, не очень яркий здесь цвет цитрина, но сами вот эти бусинки, они... Мало того, что квадратные, у них еще есть мелкие, видите, грани. И это очень красиво. Мне показалось, очень благородные грани. Кстати, первый раз взяла я камни на Озоне. Что удивительно, они пришли на почту. Хотя они не из Китая. Судя по бирке, они из Кирова, что ли. Как-то так я тут прочитала. В общем, ну, видимо, на почту тоже посылки оттуда приходят. Ну, вот здесь около 40 сантиметров обычная веточка. Есть более желтые камушки. Есть совсем прозрачные. Но эффект всегда усиливается вот этой вот желтой ниткой. Вот этот эффект, чтобы сохранить, я, наверное, возьму тросик тоже желтый. Хотя он такой уже как бы под золото. У меня здесь вот такая фурнитура. Не знаю, подойдет она или нет. Вот эти вот типа гематитовые все. Здесь эти кубики. Не кубики, пластиночки с такой гематитовой. Это микс у меня, поэтому я отберу отсюда желтенькие края. Может, и не буду их использовать. Посмотрим. Хотя, если это, конечно, вот не убьет красоту камушков, я даже не знаю. У меня и кубики такие есть мелкие, но кубик на кубик это вряд ли. Или все-таки лучше вот с этими кубиками только сделать. Посмотрим. Есть еще шарики. Это нержавейка, кажется. Ну, по цвету они сюда вот как раз подходят. Сейчас я буду на камеру просто собирать. Кому интересно, оставайтесь. Буду время от времени включаться и снимать. В общем, давайте мы сначала вот их снимем и прям на какой-нибудь нейтральной основе что ли разглядим. Или на белой надо было бы. Но мне понравились сами камушки. Вот, вот смотрите, как будто совсем они не желтенькие, да? А если так? Вот если так, более-менее видно, да? Что есть желтенькие. Вот. Их мало, но они есть. Почему-то мне захотелось собрать из цитрина. Ну, сейчас я попробую чуть-чуть пособираю и посмотрим, что получится. Наверное, оставлю для вас вот этот белый фон лучше, да? Значит, берем мы memory проволоку, хотя она у меня, конечно, толстовата, не знаю. Хотя камни вот эти, они не очень легкие. Не очень-то легкие, потому что это камни, судя по всему. Почему не пролазит еще? Так, ну что, вот эти попробуем поставить. Или это убьет красоту? Если, наверное, если так. Чуть-чуть попробую повтыкать. Тут-то будет из этого хорошее. Слишком убьет. Как-то тяжеловатая фурнитура, мне кажется. Может быть, это и красоту камней убьет. Сейчас посмотрим еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ой, подождите. Что-то я тут забываю. Да, ну, если вот одинаково, да, собрать. Она вот так получается, вот как-то вот так. Что вы об этом думаете?
Но мне кажется, камни не теряются при этом как-то. Они довольно красивые, слушайте, они не теряются. Они вот только на белом фоне так кажутся. Но телесный цвет у нас, он же не белый, так ведь на груди. Если вот так, да, более-менее. Но это более розовый, конечно, цвет. Но мне кажется, камни не теряются. Даже если так. Вот, запомнили этот вариант. Сейчас я попробую с квадратиками. Хотя я не знаю, это будет хорошо или нет. Ну, давайте чуть-чуть просто между ними квадратики. Здесь нужны, конечно, для пластичности кружочки. Квадрат на квадрат это не очень хорошо. Без этих бусин я хочу квадратных пластиночек. Ой, все вылетело. Так, сейчас чуть-чуть терпения. Могла бы, конечно, отключиться сейчас, пособирать и вам разные варианты показать. Что-то я вот смотрите, как вам вот так. Это оно все-таки нормально, но мне кажется, вот этот вариант он интереснее будет почему-то, да, чем просто вот так. Он интереснее. А может взять эти кружочки, у меня же есть еще. А с ними как быть? Кружочками. Так, допустим, вот это. А может на кружочке нам... А если их миксовать, слушайте, если под серебро поставить, под серебро и такой кружок золотой. Ну, миксовать эту фурнитуру золотую и серебристую. Что из этого получится? Сейчас посмотрим. Что-нибудь из этого получится? Нет? Таким каким-то образом. Угу. Они, по-моему, тоже гематитовые, вот эти кружочки. Ну, под гематит имеется в виду, не натуральный, конечно. Вот так, если взять серебристый, вот так тоже, мне кажется, интересненько получается. Как вы думаете? Что вы об этом думаете, друзья мои? Вот один вариант, вот второй вариант. С серебром, мне кажется, тоже это интересно. Ну и вот этот вариант еще. Вот такой. Ну, сейчас я подумаю еще и к вам вернусь, наверное, уже. Может, я вообще буду их миксовать, да? Тоже ведь получается интересно, чем одно и то же во всю длину. Мне кажется, если по-разному собрать, оно тоже будет интересно. Сейчас я уже до конца соберу и к вам вернусь. Ну вот, что у меня получилось. Смотрите, серединку я вот так сделала. Объединила по три бусинки. И вот немножко поставила... Ну, не стала слишком сильно тут нагромождать фурнитуры. Но вот здесь, конечно, его много, но этого участка, в принципе, тоже немного. Вот так. Чуть-чуть поставила здесь палочки вот эти. Потом опять это, по-моему, как середина у меня получилась. Ну, вот. Ну, и в конце немножечко вот совсем без этих квадратиков. Ну, обычно... Закрыла, как обычно, здесь у меня подковки такие. Легкая, носибельная, пластичная, миленькая получилась украшенница. Вот. Ну все, девочки, спасибо, что посмотрели это видео. Всех благодарю и до следующего. Пока-пока.